Ну, а если вы соберете 20 тысяч лайков, то я тут же выпускаю новую часть. А кто-то запи***лся. Всем привет, с вами я, Дима, это Жуткие Пасхалки в играх. Уже 8-й выпуск, вам эта тема нравится, так что если мы Нет, стоп, все, в этот раз без попрошайничества. Сегодняшний ролик я решил сделать по нарастающей, то есть не просто в рандомном порядке, а подобие топа. Короче, сначала не самые страшные. И давайте без долгого вступления. В прошлом ролике я уже показывал вам игру Blood и тех жутких девочек, отсылающих на фильм «Сияние». Оказывается, в игре есть еще одна жуткая отсылка на этот фильм, и спасибо тем, кто написал об этом в комментариях. Бродя по лабиринту, можно будет найти Джека из фильма, который, внимание, спойлер, точно так же замерз в конце. Yes, Johnny. Далее BioShock Infinite Burial at Sea. Игра с жуткой, конечно, атмосферой, но это не ужастик, и ничего страшного тут особо нет. За исключением одного особенного автомата для просмотра фильма. Правда, фильм на нем посмотреть не получится. Да, обернувшись, мы увидим сидящего с заячьей маской человека. И, как бы это, возможно, не звучало смешно, это пугает, когда играешь сам и не ожидаешь вот такого. The Curse of Blackwater. Это инди-ужастик, который получился на удивление годным. А почему на удивление? Потому что в одно время этот жанр очень сильно полюбился инди-разработчикам, из-за него брались все, кому не лень, и отыскать реально что-то годное было очень сложно. Большинство этих хоррор-игр были просто говном. Но не эта игра получилась качественной, страшной, самое главное. И многих игроков она пугала даже не скримерами, а своими звуками. Недавно говорил, что у меня появилась идея снять какой-нибудь свой фильм. Типа один день. И в самом начале игры, когда нужно будет найти лечебницу, игрока кидают в лес. И в этом лесу можно будет найти Слендера. Но, к сожалению, он будет просто стоять и даже не нападет на вас. В Dying Light The Following можно будет найти заброшенный дом, который, на первый взгляд, не покажется чем-то страшным. А учитывая то, что здесь зомби-апокалипсис, он даже покажется чем-то симпатичным. В доме можно будет найти одну интересную кладовку, которая сама по себе является отсылкой к фильму о Гарри Поттере, но не это интересно нам. В этой комнате на полке будет лежать череп, и если мы будем крутить его, пока не сломаем, мы активируем пасхалку. По всему дому развеется туман, и непонятно откуда выскочат призраки. А также все двери и окна внезапно закроются, и нам ничего не останется, кроме как пойти на второй этаж. На втором этаже мы сможем открыть только одну единственную дверь. Дверь в окровавленную ванную комнату, где лежит мертвая девушка. А хотите, я покажу вам кое-что реально жуткое? Вот такое чудище я сделал в редакторе. Без обид, кому оно вдруг понравилось. Если вы вдруг подумали, что это какой-то редактор из Sims, то ошибаетесь. Это игра Black Desert, и редактор персонажа тут просто бешеный. Изменять можно абсолютно все. Прическу, цвет прически, цвет корней волос, татухи, любую часть тела и многое-многое другое. Короче, можете сделать тут девушку своей мечты. Или парня. Желательно, если вы, конечно, девушка. После выбирайте имя и вперед в игру. Black Desert на данный момент одна из самых красивых MMORPG, и ваши приключения не ограничиваются одними битвами и выполнением квестов. Если угодно, можете приручать животных, строить корабли и даже грабить караваны. Так что присоединяйтесь ко мне в Black Desert, вам точно понравится, ссылку на нее я оставлю в описании к ролику. А вот следующую пасхалку я бы на самом деле с трудом назвал пасхалкой, но это реально жутко, и это явно мало кто замечал при прохождении, так что как минимум секретом это назвать можно. В самом начале игры, когда главный герой скрывается от зомби, он попадает в заброшенный дом, и в этом заброшенном доме в ванной комнате будет лежать труп. Где-то мы это, по-моему, уже видели. Обратите внимание, что глаза у этого трупа закрыты. Однако, после того, как мы скроемся от зомби и выйдем из укрытия, вернувшись в ванную комнату, этот труп будет лежать с открытыми глазами. Thank you.
Любители хоррор-фильмов, думаю, могли заметить, что разработчики Outlast 2 не один раз обращались к классике хоррор-фильмов для создания каких-то пугающих приемов и прочего. Если все это можно назвать каким-то заимствованием, то одну сцену практически 100% можно назвать отсылкой на сцену из «Кошмара на улице Вязов». Hello? Hello? Oh, thank God you're alive. I need you to stay calm. We're going to get you help. We'll get you out of there. I want you to find a place to hide. Some place safe, where you can remember the taste of her kiss when you felt her neck break, you diseased cocksucker. Наконец, последняя игра Oxenfree. Это инди-игра, которая получила очень высокие оценки для своего жанра. По сюжету мы играем за девочку-подростка, которая приезжает на остров, куда ее пригласили на вечеринку. Но людей оказывается не так много, как предполагалось. Помимо нее приехало всего 4 ее знакомых. Они оказываются единственными на острове, и, посидев немного у костра, они решают проверить одну легенду. Мол, на острове есть место, где, настроив правильно радиочастоты, появится сверхъестественная активность. Настраивая радио, героиня активирует пространственно-временной разрыв, и героев разбрасывает по всему острову. На протяжении всего прохождения будут появляться такие вот радиопомехи. И один из игроков заметил, что если заметить кадры, можно увидеть размытые изображения. Такие изображения видны не при каждой помехе, а лишь при некоторых. На каких-то будут изображены странные ученые, на каких-то толпы людей, размытые лица и другие жуткие силуэты. А также на некоторых из них на краю кадра нарисованы цифры. Игроки утверждают, что если правильно скомбинировать их, получаются координаты Бермудского треугольника. Что это означает, не совсем понятно. Может, разработчики оставили тут какое-то сообщение, а может быть, это просто такая крутая пасхалка. А на этом, собственно, все. Не забывайте ставить лайк. Так, я обещал без попрошайничества. В общем, в прошлом ролике, если помните, я просил написать забавный комментарий на тему, что бы вы вырезали из игр. 80% комментов было по типу Call of Duty из Call of Duty, Mafia 3 из Mafia 3. Это же очень оригинально и смешно. Выбрать было трудно, так как практически не из чего, но вот он победитель, как и обещал. Он получает 1000 рублей. В этом ролике я тоже разыграю 1000 среди тех, кто напишет любой комментарий, и если он до следующего выпуска не соберет ни одного лайка и провисит больше одного дня, тот и получит косарь. И вот, наверное, кто-то из вас скажет, что за тупой конкурс, это же так просто написать комментарий, однако не все досмотрят до этого момента, только элита досмотрит до сюда, так что... Все, кто досмотрел, спасибо за просмотр, не забывайте ставить... Блять, все, без попрошайничества. Все, всем пока.